стало известно, что исполнительница главной роли в сериале «Черная любовь» Мислихан Атагуль и ее супруг Кадир Дагулу не придут на свадьбу ее сериального возлюбленного Бурака Шивита и Фахрие Эвджен. Мислихан не намерена посещать свадьбу, несмотря на 2 совместных сезона в сериале «Черная любовь». Решение семейства Дагулу можно назвать своеобразным ответом на то, что Бурак и Фахрие не пришли на их свадьбу, которая была год назад, сославшись на поездку за рубеж. Возможно, отношения между парами охладели после небольшой перепалки между Кадиром и Бураком в Твиттер. В одном из своих интервью Бурак на вопрос, не ревнует ли Фахрие Эвджен к Мислихан Атагуль, ответил: «У нас с Фахрие абсолютное доверие, да и с Кадиром мы близкие друзья, между нами невозможно недопонимание». В ответ на это Кадир Дагулу написал в Твиттер, что Бурак крайне самовлюбленный человек, и это может быть очень опасно. Эта напряженность между мужчинами потихоньку перекинулась и на отношения между коллегами по съемочной площадке Бураком и Мислихан.